Правительство Таджикистана обязало журналистов государственных СМИ при упоминании президента в своих материалах перечислять все его титулы в следующем формате: основоположник мира и национального единства, лидер нации. Об этом сообщает радио «Азади» со ссылкой на одного журналиста-сотрудника правительственного издания. По словам журналиста, раньше в публикациях допускалось упоминание лишь одного из видов обращений, связанных именем президента, например, использовать «Джанаби Оли», либо «Лидер нации». Однако, согласно новым правилам, журналисты обязаны каждый раз перечислять все имеющиеся титулы Рахмона. Thank you.